Правительство Севастополя выделило средства на завершение строительства дома для депортированных граждан, начатого еще в 2007 году. Соответствующее постановление было принято 2 февраля на заседании правительства города. В 2017 году на разработку проектно-сметной документации из резервного фонда выделят 3 миллиона 200 тысяч рублей. В этом же году начнутся строительно-монтажные работы, сообщил на заседании правительства директор департамента капитального строительства Севастополя Андрей Владимирович Попов. Согласно федеральной целевой программе социально-экономической развития Республики Крым и Севастополя, дом обязаны сдать в эксплуатацию в 2018 году. Речь идет о выделении средств на проектирование многоквартирного жилого дома для депортированных граждан в районе Камышового шоссе. И в этом году также у нас заложены средства в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополь на строительно-монтажные работы по данному объекту. Предполагается, в каком году сдача? В 2018 году. Напомним, строительство девятиэтажного жилого дома на 200 квартир в 6-м микрорайоне Камышовой бухты начали еще в 2007 году. В 2010 году стройку приостановили. К тому времени успели построить лишь 2 этажа из 9. После возвращения Севастополя в Россию на завершение строительства дома для депортированных граждан из федерального бюджета было выделено 166 миллионов рублей. Но стройка продолжала стоять, бюджетные деньги не осваивались. В очереди на получение жилья в этом доме севастопольцы стоят с 1993 года. В основном это люди преклонного возраста. Треть очередников уже не дожила до новоселья.